И на войне существует искусство. Именно эту парадоксальную истину доказывает выставка, которая открылась в музее Бурылина. Приурочена экспозиция к столетию с начала Первой мировой войны. Сотрудники хранилища рассказывают, Дмитрий Бурылин всегда трепетно следил за событиями на политической арене и начал собирать предметы, имеющие отношение к войне, с первых выстрелов. Здесь есть очень интересное издание, издательство «Сегодняшний Лубок». Это издательство, в котором работал Владимир Маяковский, Аристарх Лентулов, Малевич, то есть русские художники. Авангардисты. Это издательство проработало буквально несколько месяцев и закрылось. Но здесь Владимир Маяковский выступал не только как начинающий художник, но и как и поэт. И поэтому люди, посетители этой выставки, могут увидеть эти работы. Последний раз ивановская публика могла видеть эти плакаты более 70 лет назад. Экспозиция не проводилась со времен Второй мировой. На выставке представлено более 75 работ. Полиграфическая продукция служила в основном пропагандистским целям. Здесь можно встретить и карикатуры, высмеивающие лидеров немецкой и турецкой держав. Узнают посетители выставки, какие предметы родственники отправляли солдатам на фронт. На стенде представлены коробочки из-под конфет, папиросные упаковки, пузырьки под лекарства. В этот же период на территории Иваново-Вознесенска размещались и военные части. Ну, известно, что больница Небурчилова была отдана под размещение воинов под казармы. Но, как вот свидетельствуют эти документы, очень многие помещения, в частности, даже частная женская гимназия Диамедовская тоже была отдана под лазареты. Интересны еще документы и тем, что есть подтверждение благородному поступку у Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Он пожертвовал свою квартиру на бывшей Покровской улице для размещения семей беженцев. Этот музейный проект межрегиональный. Участие в составлении экспозиции приняли Рыбинский музей-заповедник и Национальный музей Республики Коми. Посетить выставку и окунуться в атмосферу Первой мировой горожане смогут до конца декабря. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.